планируем следующим образом построить наше мероприятие. Первую часть лекции прочитает директор по развитию компании Ларет Карина Евгеньевна Никитская. Вот сейчас мы ее ждем, она к нам подсоединяется скоро. И продолжим мы с моей коллегой Вероникой Штейнгард, она здесь тоже есть. Вторая часть будет уже не лекционная, это будет интерактив. Мы с вами в реальном времени попробуем проанализировать подборку космических снимков, которые мы для вас сделали. Я буду задавать вопросы и ждать от вас ответов в наш чат. Так что, пожалуйста, пишите ваши ответы в чат всем, чтобы все могли видеть эти ответы. И моя коллега Вероника будет их зачитывать. Чтобы у нас с вами получилось все хорошо, я прошу вас по возможности не включать ваши микрофоны. Заранее большое спасибо. И если какие-то вопросы у вас возникают по ходу лекции, то, пожалуйста, пишите в чат. И я думаю, что Полина, наш главный организатор, также будет отслеживать эти вопросы и, соответственно, помогать ведущим. Андрей Андреевич, пожалуйста, да, ответы пишите лучше в этот чат, чтобы мы все их видели. И организаторы, и мы, спикеры. Хорошо? Замечательно. Я хотела бы перед тем, как мы начнем, еще пару, может быть, минут ждем наших остальных участников. Вот я вижу, что нас уже 33 человека. Здорово. Давайте мы с вами сейчас вот напишем тоже в чат. Я прошу всех это сделать по возможности. Кто из вас совсем-совсем ничего не знает про дистанционное зондирование Земли и встречается с этой темой первый раз в своей жизни? Вот если такие есть, поставьте плюсики. Ага, я вижу, что плюсики есть, есть плюс-минус. То есть кто-то уже участвовал, возможно, в каких-то программах. Угу. Да, вижу, вижу. Спасибо за вашу активность. Здорово, здорово. Угу. Хорошо. Тогда, и чтобы еще раз проверить нашу связь, напишите, пожалуйста, в чат слово «да», если вы уже когда-нибудь участвовали в программах касательно дистанционного зондирования, работали с данными, умеете это делать и так далее. Есть такие среди нас? Нас уже 39. Да, вижу Андрея, Анастасия, Ольга, Анита говорят «да». Ага, Михаил Соловьев. Дежурный по планете, вижу, участвовали. Тимур, здорово, здорово. То есть у нас с вами получается такая интересная компания здесь есть, как совсем... Даже знакомые имена появляются, очень приятно видеть. Да, имена и фамилии, здорово. Да, Карина, добрый день, большое спасибо, что все, мы все здесь собрались. Я думаю, что мы можем начинать тогда. К сожалению, Маша, у меня не пишут технические проблемы на сервере, не запускают демонстрацию экрана. Mm-hmm. Я вошла сейчас с телефона, если ты сможешь запустить презентацию. Да, конечно, я сейчас открою тогда. Давай попробуем. Презентация, договорились. Mm-hmm. Да, конечно, секундочку. Спасибо. Ага. Так, я сейчас включу демонстрацию экрана тогда. Так, скажите, пожалуйста, видно ли экран? Все ли хорошо? Да, виден. Угу. Мне придется проматывать слайды, потому что... Так, понятно. Сейчас мы комментируем. Я там есть ОПТ. Можно попробовать. Да. Я отключаю комментарии участников пока, да, чтобы нас не было здесь. Ладно. Хорошо. Ну, тогда я думаю, что можем начинать. Ну да. Я очень рада всех приветствовать. Спасибо большое за интерес к этой непростой теме. И мы попробуем сегодня подойти к ней немножечко с неожиданной стороны. Страшные аббревиатуры типа данные дистанционного зондирования ДЗЗ, которые периодически встречаются в описаниях лекций и приложениях, они
пугают, поверьте, не только новичков в этой сфере, но и даже тех, кто каким-то образом связан с космическими технологиями. На самом деле все не так страшно. Пишут, что звук пропал. Звук есть, Маша? Да, я хорошо тебя слышу. Давайте проверим. Нет, пишут, что слышно всем. Хорошо, спасибо большое, коллеги. Я тогда продолжу, с вашего позволения. Те, у кого проблемы со звуком, если вдруг такие возникают, пишите, пожалуйста, в чат. Если это единичная проблема, то попробуйте перезайти. Иногда это помогает. Возвращаясь к нашей теме. Данные дистанционного зондирования Земли – это те данные, которые мы получаем со спутников. Они бывают очень разные. Но мы сегодня с вами остановимся на тех, которые передают данные по изображениям Земли из космоса или по космическим снимкам. С помощью космических снимков можно сделать очень многое, в том числе и то, что невозможно сделать никакими другими методами. Совершенно не случайно я назвала эту нашу мини-лекцию «Увидеть невидимое, объять необъятное, познать непознанное». Зачастую сверху видно гораздо больше, чем нам даже кажется. И я призываю вас помнить, что космический снимок – это не просто фотография земной поверхности, сделанная откуда-то с высоты там, нескольких сотен километров, но это некоторая цифровая матрица, в которой зашифрован каким-то образом довольно большой объем данных, которые могут использоваться не только для простроения изображения, но и для расчетов различных алгоритмов. Следующий слайд, пожалуйста. Вокруг нашей Земли обращаются на различных орбитах огромное количество спутников. И их количество все время растет. Спутники бывают очень разные, и передают они данные разноплановые, в том числе и данные глобального позиционирования, метеоданные космоса, и телеспутники, спутники связи, и военные спутники, о которых тоже не нужно забывать, и много-много достаточно большой спектр применений. Но дело в том, что сейчас существует определенный тренд. Мы привыкли, что спутники бывают разных размеров, и, возможно, вы знаете и представляете себе спутник как некоторый огромный механизм, но сейчас растет количество спутников, которые относительно небольшие, так называемые кьюбсаты, и поэтому запуск их, соответственно, проще, несмотря на то, что они несут на своем борту существенно меньшую полезную нагрузку, тем не менее, и сделать их проще, в том числе даже руками школьников делали спутники, например, кьюбсат, который был сделан в Сириусе, и запущен бортом КАВИС, сейчас он обращается вокруг нашей планеты и передает телеметрические данные. И стоят такие запуски дешевле. И во всяком случае, потихоньку, но доступ к орбитам и запуску спутников становится все более доступным и понятным, и более часто встречающимся. В ближайшие годы уже даже Аргентина заявила о запуске более чем 300 спутников высокого разрешения, которая позволит увидеть нашу планету в приближенном ракурсе, так скажем. И не только Аргентина, и Европа, и Китай. В Китае вообще очень сильно развивается запуски спутников. Таким образом, пространство вокруг поверхности нашей планеты, оно достаточно насыщено. Помимо космического мусора, который там встречается тоже в изобилии, вокруг нашей планеты обращаются сейчас даже 1000 спутников. Дальше, пожалуйста. Даже среди тех спутников, которые передают изображение Земли из космоса нам на приемные станции, выделяются несколько типов, классов спутников, а также типов данных, которые они могут передавать. Вот когда мы говорим о данных разного разрешения, чаще всего мы имеем в виду пространственное разрешение. Ну, фактически, это какому размеру на местности соответствует один пиксель переданного изображения. Сейчас высоким разрешением считается разрешение до 1,5, иногда до 2 метров. Сверхвысокое это в районе 30 сантиметров на пиксель.
0,7 метра на пиксель, в общем, до метра. Это, ну, и в ранге высокого разрешения типов данных бывает достаточно много. Вот для того, чтобы вы понимали, как на изображении выглядит разное разрешение, вот на этом слайде, обратите внимание, у нас изображен самолетик, и в четырех кружочках показано, как этот самолетик будет выглядеть на снимках высокого разрешения, но разного. И если вы посмотрите внимательно, то на снимке разрешением 1,5 метра в пикселе очень сложно понять, самолетик это или бегемотик, или что-нибудь еще, и, в общем, определить достаточно сложно. Но начиная с метрового разрешения, а лучше еще большего, мы однозначно определяем, что это самолет, и можем определить даже иногда и классы, и, не знаю уж, как там самолеты делятся, в этом я небольшой специалист, но тем не менее и принадлежность иногда даже определяется, и это достаточно подробная информация. Сразу хочу предвосхитить вопрос, это используется не только для военной техники, сейчас для гражданского применения разрешена съемка до 30 сантиметров на пиксел. Следующий кадр, пожалуйста. Чтобы посмотреть, как она выглядит, вот посмотрите, пожалуйста, на следующее изображение. Сейчас, да, вот оно потихонечку появляется. Угу. Это город Сан-Паулу, Бразилия, и это снимок со спутника WorldView 3 с разрешением 30 сантиметров на пиксель. Обратите внимание, что на самом деле, несмотря на то, что картинка выглядит очень красивой, очень хорошей, очень красочной и понятной, тем не менее, как часто показывают в шпионских фильмах, ни номер машины, ни лицо человека на этом снимке мы разглядеть не можем. И это первая такая общепринятая иллюзия, во многом навязанная нам Голливудом, о том, что буквально, там, не знаю, хорошо наведя спутник, можно рассмотреть, кто там вышел из машины, и более того, определить, кто это такой. На самом деле людей на спутниках высокого разрешения видно, но в тех случаях, если они либо стоят отдельно и хорошо отбрасывают тень, либо они сгруппировались в какие-то фигуры, которые из космоса можно разглядеть при помощи датчиков высокого разрешения. Есть примеры, я думаю, Маша попозже вам покажет, как это все выглядит и что с этим можно делать. И я хочу вас попросить обратить внимание на график, который расположен вот в левом нижнем углу кадра. Это график увеличения количества спутников высокого разрешения. В 1999 году спутник дистанционного зондирования «Иконос», на котором стояла камера высокого разрешения, был единственным. С тех пор ситуация сильно поменялась, и вот несмотря на то, что здесь график довольно старый, здесь к 2020 году стоит, что спутников на орбите будет около сотни, на самом деле их уже около 250 примерно, и количество постоянно растет. То есть возрастание количества спутников высокого разрешения, оно, да, тренд этот гораздо более, шкала это выглядит гораздо более крутой, то есть количество спутников увеличивается еще быстрее, чем это ожидалось. И в ближайшие годы тенденция не изменится. Это значит, что данных будет еще больше, и я очень надеюсь, что они будут и доступнее, в том числе и для школьников. Например, что уже сейчас реализуется, вот если вы знаете, допустим, есть программа onbeautifulplanet.com, и если вы со своим проектом зайдете на этот сайт, можно, наверное, написать даже, наверное, в чате. Если ссылка, мы уже отправили. Нет, или ссылку потом мы разошлем. Да, отправили. Да. Тем более, там можно заявить свой проект и под свой проект, после прохождения модерации, разумеется, получить заказанную съемку с высокого разрешения с российских космических аппаратов. Следующий слайд, пожалуйста. Информация со спутников может приниматься большой станцией приема данных. Это огромная станция, они занимают большие площади, оснащены сложным оборудованием, антенны с поворотным механизмом, которые много весят, огромные по размеру, стоят очень дорого. И вообще говоря, такие станции, такие комплексы обычно формируются на базе либо очень крупных учебных и научных центров,
или на базе каких-то научных корпоративных центров в университетах, иногда в промышленных компаниях, которые занимаются дистанционным изнадзированием, применением данных. Но технологии идут вперед. Следующий слайд, пожалуйста. И можно сейчас принимать эти данные и на относительно небольшие станции, которые более мобильны, легко устанавливаются, могут быть установлены даже в школе или небольшой компании, которая делает свои продукты на основе расчета данных. Дальше, пожалуйста. Пока слайд перелистывается, я хочу поговорить еще об одной иллюзии, которая также Голливудом во многом нам навязана. Дело в том, что принято считать, что, знаете, как в шпионских фильмах, да, дайте нам немедленно спутниковое изображение вот на этот переулочек, мы посмотрим там, кто из дома выйдет в реальном времени. Вот это тоже заблуждение, которое достаточно широко транслируется, но совершенно не соответствует реальности. На самом деле, минимальное количество времени в системе принятия решений, которое проходит от получения снимка до, ну, от возникновения необходимости получить снимок до получения снимка заказчиком, это 4-6 часов. И это считается очень высокой скоростью. И вот как раз одной из наших целей является то, чтобы доступ к данным был в системе реального времени, то есть буквально в течение нескольких секунд или минут после того, как данные со спутника будут приняты. Но проблема не только в скорости принятия и передачи данных, передаются они быстро, до потребителя доходят долго, а еще и в том, что несмотря на то кажущееся огромным количество спутников, которые болтаются вокруг нашей планеты, есть территории, над которыми они пролетают редко. Более того, если вы внимательно посмотрите на ресурсы типа Яндекс.Карт, Google Maps и все, чем мы привыкли пользоваться в повседневной жизни, то вы обратите внимание, что очень часто мозаика снимков, то есть большая карта, составленная из многих-многих снимков, выглядит очень неоднородно. Причем часто не только по цвету и тонам снимка, что объясняется, в принципе, получением информации разного типа, разными углами наклона солнца и так далее, но и разных сезонов. Это значит, что хороших снимков за необходимая дата из необходимое время года просто не было. Мы ради любопытства на одном из проектов в Сириусе на Вельках посчитали, за сколько дней спутниками, имеющимися высокого разрешения, всех стран и всех операторов будет полностью покрыта территория Белого моря. Белое море – небольшое море, это очень небольшая территория, правда, в полярных широтах, но тем не менее. И вот выяснилось, что это неделя. То есть вот за неделю только всеми имеющимися спутниками Земли хотя бы один раз будет снят кусочек этой акватории, и полностью она будет покрыта съемкой только раз в неделю. То есть участки, где спутник, на которыми пролетает и ведет съемку, реже, чем раз в неделю. Почему сейчас данное дистанционное зондирование становится так актуально? Дело в том, что мир стремительно меняется, и один мой знакомый, очень хороший учитель, говорит, что мы учим детей в школе тому, чему сами еще не знаем. То есть, когда человек поступает в школу, он совершенно не представляет себе, как изменится мир через 10 лет, 11, когда он эту школу закончит. И, собственно, сейчас 65% названий профессии будущего еще неизвестны. Но я глубоко убеждена, что одним из необходимейших навыков работы будущего будет умение работать с изображением, умение работать с космической съемкой. Это сильно позволяет сократить затраты на многие исследования. Это дает в руки совершенно новые инструменты для освоения многих, в том числе инженерных и высокотехнологичных профессий. Дальше, пожалуйста. Когда мы говорим о возможностях использования космических снимков, обычно мы даже не представляем весь охват того, что можно с помощью этих снимков делать. Не выходя из дома, можно увидеть очень много всего интересного и в том числе путешествовать по миру. Дальше.
Космические снимки являются инструментом изучения и других планет тоже. Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно. В принципе, этот вопрос мы довольно часто задаем на лекциях или на каких-то очных занятиях, когда просим угадать, какой снимок находится, отражает территорию Земли, а какую территорию другой планеты. И в большинстве случаев как раз Землю считают снимок, который у нас расположен слева. На самом деле это песчаная дюна на Марсе, а справа это пустыня Намибия в Южной Африке. Так они выглядят из космоса. Космические снимки сейчас самый мощный инструмент познания других планет. Дальше, пожалуйста. Когда мы говорим о возможностях применения космической съемки, зачастую важным является возможность охватить взглядом большую территорию, одномоментно увидеть какие-то большие пространства. Можно, вот, например, даже на территорию нашей страны взглянуть одномоментно. Единственное, что это, конечно, не один снимок. Это то, как я уже говорила, мозаика снимков. Некоторая склеенная карта из многих пролетов. Дальше. Изображения Земли из космоса позволяют нам заглянуть под облака. Для нашей страны это максимально актуально, потому что мы находимся в умеренных широтах. Для облачности часто будет. У нас есть Заполярье, где полярная ночь и оптическая съемка тоже сильно ограничена в возможностях. Но есть еще один тип съемки, который часто используется для того, чтобы увидеть территорию в некоторых затрудненных условиях. Это радиолокационная съемка, физически она построена на других принципах. И если оптическая съемка, это вот кадр слева, показывает нам буквально то, что мы можем видеть человеческим глазом или в спектре близко человеческого глаза, в том числе, например, там ближний инфракрасный бывает, то радиолокационная съемка построена на том, что испускаемые волны отражаются на темной поверхности и обратно поступают на приемный датчик. И фактически это показывает неровность поверхности, то есть степень ее сглаживания или наоборот изгиба. Таким образом, это позволяет нам посмотреть, что находится под облаками. Вот это снимки за очень близкую дату, к сожалению, не за одну и ту же, но если постараться, можно найти за одну и ту же. Поверьте на слово, 6 августа 2017 года над Волгоградом была вообще сплошная облачность. Но, тем не менее, радиолокационная съемка позволяет под облака заглянуть. Дальше, пожалуйста. С помощью космической съемки мы можем наблюдать за процессами, которые очень сложны для непосредственного наблюдения. Например, за извержениями вулканов. Вулканолог вообще была одна из самых опасных профессий. И народ часто гиб, исследователи, при попытке отбора проб, при попытке откартировать потоки лавы, при возможностях обнаружения новых кратеров вулканов. Сейчас это все возможно дистанционно. Более того, иногда это вообще единственный источник информации об извергающихся вулканах. Это вот извержение вулкана с непроизносимым названием в 2010 году, которое полностью парализовало работу аэропортов Европы в течение 3 дней, если не больше, но 3 дней точно. Небо над Европой было покрыто толстым слоем облаков из пепла, и фактически единственной возможностью отследить направление перемещения воздушных масс была только космическая съемка. И оценить состояние атмосферы над Европой было возможно только из космоса. Дальше, пожалуйста. С помощью космической съемки можно делать много необычных вещей. В том числе иногда очень важных и полезных не только для науки, но и для практических применений. Например, можно отслеживать нефтяные возможности на акваториях морей. Это радиолокационные снимки. Когда попадают на акваторию, обладают таким свойством, это же, в общем, масла, по большому счету, обладают свойством выглаживания поверхности, что соответственно резко пятна
на море от окружающих территорий, подверженных такому шероховатому волнению в основном. И поэтому на радиолокационных снимках вот эти разливы нефтепродуктов или близких к ним продуктов выглядят как темные пятна. Определяются они достаточно четко. Посмотрите, очень характерный пример на снимке. Более того, иногда можно обнаружить даже виновника загрязнения. Вот эти яркие звездочки – это суда, которые плавают в акватории в этот момент времени. Металл, металлические палубы, гладкая яркая поверхность, хорошее отражение. И вот можно определить даже судно, источник загрязнения, от которого на акватории такие следы остаются, которые потом расплываются и образуют такие достаточно большие пятна на поверхности. Дальше, пожалуйста. Вообще говоря, при чрезвычайных ситуациях любого класса космическая съемка тоже очень полезна. Она помогает следить и направлять работу спасательных команд при таких чрезвычайных ситуациях, как не только извержение вулканов, но и землетрясение, наоборот. Вот это космическая съемка высокой детальности по землетрясению на Гаити. Здесь стало возможным дистанционно оценить количество разрушенных зданий примерно, прикинуть их этажность и оценить численность людей, которые могли оказаться под завалами и перераспределить усилия спасательных команд. Это была совершенно неоценимая работа, которая помогла спасти много человеческих жизней. Дальше, пожалуйста. При одной из самых распространенных применений космической съемки – это наблюдение за пожарами. Причем пожары у нас, знаете, есть такой некий синдром. Мне кажется, что в России лесов много, и они все время горят. Вот на самом деле леса горят не только в России, леса горят везде, и в Канаде, и в Средиземноморье. И в этом году, например, были страшные пожары в Австралии. И это все очень губительно не только для экологии, но и для промышленности, как ни странно. Ну, хотя, в общем, это тоже достаточно очевидно. За пожарами следят из космоса давно, отслеживают вот эти вариации. Есть карты пожаров, есть работы, которые посвящены определению пожаров на ранних стадиях при помощи космической съемки. Это целое отдельное направление исследований. Дальше, пожалуйста. И, конечно, одна из самых серьезных областей применения – это метеорология. Вот метеорология, это, собственно, ежедневно сидит на космической съемке и отслеживает возможности пойдет дождь или нет, отслеживает перемещение крупных ураганов и тайфунов, воздушных масс, формирование циклонов, фронтов. Это все делается при помощи космической съемки в том числе. И если мы сопоставим несколько разных временных снимков, то можно увидеть даже, как, например, образуется зреет, а потом разрушается тайфун, что и приведено вот на этом кадре. Дальше, пожалуйста. Как ни удивительным кажется, но при помощи космической съемки можно следить и оценивать экономическое состояние территории. Обратите внимание, слева у нас территория Казахстана, справа территория Китая. Вот я рискну, наверное, задать вопрос в чат. Можно, Маша, да? Как вы думаете, какой экономический показатель характеризует этот снимок? Или сложновато? Сейчас подождем пока ответов. Плодородность полей, пишет Вадим. Плодородность полей. Наличие полей. Нет, смотрите, климатическая зона-то одна, поля теоретически могут быть и там, и там. Доля сельхозтерритории – это ближе. А вот самый основной это показатель, который характеризует страну, один из самых основных показателей, характеризующих страну. Нет, вот ВВП тут, пожалуй, все-таки не оценишь. Вырубка лесов, а если лесов нет? Экономика, понятно. Какой экономический показатель? Вот, отлично, я дождалась ответа. Плотность населения, конечно. Чем выше плотность населения, тем лучше хозяйственное, как правило, тем лучше хозяйственное освоение территории. Плотность населения Казахстана во много раз ниже, чем плотность населения Китая. И вот на этом снимке четко можно провести границу исключительно по данным дистанционного зондирования, по данным изображения Земли из космоса. Справа
Китай еще раз, слева Казахстан. Дальше, пожалуйста. С помощью изображения Земли из космоса можно выявлять различные нарушения, особенно экологические. Например, можно следить за незаконным строительством водоохранных зон. С вашего позволения, я достаточно быстро... Давайте промигаем эти кадры. Не так много осталось. Но если вы обратите внимание, вот присмотритесь, то на правом снимке я дамбы, которые построили, новые дороги и здания. Можно выявлять нарушения при добыче рыбы, например, при ловле на лосося у берегов Сахалина. Здесь хорошо видно, что... Так, у меня не перемигивается. Что... Переехал снимочек. Нет, ниже, следующий. Вот, ага. Не вода, которая выходит за пределы лицензионных участков, соответственно, это нарушение, очень хорошо видно из космоса. Дальше, пожалуйста. Достаточно современный, новый, появившийся при возникновении и распространении, скажем так, широком снимков высокого разрешения способ применения космических снимков, это наблюдение, мониторинг дорожной сети и оценка загруженности дорожной сети. Вот этот очень красивый снимок, достаточно хорошо показывает, насколько сложными могут быть дорожные развязки и каким образом можно хотя бы просто просчитать состояние дорог, посмотреть, как это все выглядит. Дальше, пожалуйста. Вопрос прочитала. Смотрите, задержка снимков 4-6 часов – это не задержка снимков передачи со спутника на Землю. Это задержка снимков от момента заказа съемки до получения у потребителя. Если у вас съемки, вы можете посмотреть ее чуть позже. Но сейчас можно уже вести это все и в режиме реального времени. И прежде чем перейти к следующему вопросу, я отвечу на... К следующему слайду я отвечу на вопрос, который был по поводу радиационного фона. Значит, на данный момент радиационный фон территории дистанционно оценивать нельзя, за исключением косвенных факторов. Ну, например, может быть... Это может быть изменение растительности. Хотя ваш перемигивается очень вперед. Можно на слайд назад вернуть? Например, это косвенное изменение растительности, но его может и не быть, вообще говоря. Поэтому в цифровых показателях радиационный фон территории точно измерить нельзя. С помощью космических съемок можно вести такие интересные проекты, которые... позволяют спасать животных, находящихся под угрозой. Это был интересный проект, который мы вели несколько лет, и надеемся продолжить в дальнейшем. Проект по спасению гренландских тюленей. Если я правильно понимаю список участников, у нас сейчас есть ребята, которые в этом проекте участие принимали. По косвенным съемкам, по косвенным следам на космической съемке можно обнаружить следы пребывания тюленей. Дело вот в чем. На Белом море, где гренландские тюлени выводят своих детенышей, достаточно... Ага, отлично, Бельки 19 на связи, вижу. Достаточно интенсивное ледокольное движение. Бельки – это детеныши гренландских тюленей, вот фотография слева, они не умеют плавать первые две недели. На самом деле умеют, но плоховато, и у них шубка очень быстро намокает, после этого они достаточно быстро погибают. Когда ледокол идет по льдине, а за ним идет караван судов, даже если он видит перед собой лежащий тюлень, свернуть он же не может. Маршрут должен быть согласован заранее. Возникает необходимость о своевременной передаче информации в штаб ледокольных операций, для того, чтобы правильно спланировать маршрут ледокола. Вот здесь и помогают космические снимки. Следы пребывания гренландских тюленей на льдинах видны в виде звездочек. Вот если вы присмотритесь, в красных кружочках такие лунки, которым звездочками сползаются, скажем так, тюлени, мамы тюлени, конечно, которые греются в проруби или там, я не знаю, ныряют за рыбу или что-то еще там делают. Бельков, конечно, на снимках не видно. Иногда на снимках высокого разрешения можно видеть и отдельных крупных тюленей. Вот места скопления таких признаков
пребывания гренландских тюленей на льдинах картируются, передаются в штаб ледокольных операций, маршруты ледоколов меняются в соответствии с полученной информацией, с тем, чтобы обойти залежки гренландских тюленей. Дальше, пожалуйста. Я отвечу на вопросы, я видела в чате и про скорость приема информации, и про радиационный фон на практике. Дальше, пожалуйста, Маша. Ага. На снимках можно найти что-нибудь очень интересное. Я уже достаточно близко к завершению своего краткого космического съемка. Все ли видят гитару, я надеюсь. Несмотря на такое необычное изображение, это снимок Терра, достаточно низкодетальная съемка, территории Аргентины. Это национальный парк теперь, а когда-то один из аргентинских фермеров в память о своей покойной жене посадил более чем 2000 кипарисов и эвкалиптов. Сделано это было для того, конечно, ни о какой космической съемке он тогда не думал, чтобы с пролетающих самолетов была видна гитара, и люди вспоминали его умершую жену. Самое интересное, что он сам никогда на самолетах не летал и летать боялся. Но спустя пару десятилетий этот лес, посаженный вместе с сыновьями, стал виден из космоса. И он сейчас виден очень хорошо. Следующий кадр, пожалуйста. И любой желающий может найти его даже на Яндекс.Картах или на Google Maps. Реально он выглядит вот примерно вот так. Фермерский дом стоит вот на деке гитары. Вы присмотритесь, там по дорожке виден подъезд. Сам аргентинец и фотографии его жены. Дальше, пожалуйста. Вообще говоря, на космических снимках можно видеть много чего интересного. Вот это, пожалуй, самый известный для космической промышленности саланчак в мире. Это изумительной красоты озеро Эль-Уни, соленое, фактически редко покрывающееся водой, в основном это соль. Несколько раз в году, когда там идут дожди, озеро превращается в совершенно идеальное зеркало. Следующий кадр можно? Выглядит это вот таким образом. Сейчас кадр переменится, у меня просто медленно достаточно. Выглядит это вот таким образом. И поскольку облачность над этим солнчаком явление не такое уж часто, фотография здесь не очень, наверное, удачный пример облачности, просто для красоты съемка сделана, но по зеркалу этого озера калибруют оптические спутники. А люди приезжают туда исключительно сделать вот такие замечательные фотографии и посмотреть на этот уникальный объект природы. И, наверное, одно из последних вещей, которые я вам сегодня расскажу, можно на следующий кадр. На самом-то деле из космоса можно даже играть в шахматы. Может быть, еще потому, что сегодня Всемирный день шахмат, это тоже любопытная информация. В Мании, неподалеку от города со сложным названием, было создано шахматное поле. Это шахматная доска размером 400 метров, которая появилась в 1999 году, и на котором тогда же был сыгран реальный шахматный матч против мирового шахматного сообщества. Доска просуществовала 2 года, и если вы умеете пользоваться инструментом Google Earth, и там есть Google Earth Pro, простите, это открытая программка, которую можно скачать, открытый источник, там есть такая иконочка с часами. Можно отмотать назад время и посмотреть, какие снимки были сделаны. Вот в 2009-2010 году этот снимок из космоса был виден. Шахматная доска была видна. Можно дальше? Вот таким образом это видно на одной фотографии, съемка с ближайшего холма. А позже поле опять распахали, шахматная доска перестала существовать, но космический снимок остался. И таким образом информация об этом уникальном матче тоже сохранилась. Следующий кадр, пожалуйста. На следующем кадре, сейчас он промигнется, видно, как это поле выглядит сейчас. Это по-прежнему пахотные земли. От шахматной доски не осталось уже и следа, но тем не менее на снимках за 9-10 годы здесь видна шахматная доска.
На этом я свою часть рассказа о космических съемках заканчиваю. Передаю слово Маше. И сейчас у меня еще есть два неотвеченных вопроса. Значит, по поводу времени получения снимков. Смотрите, еще раз. Спутник передает данные на приемную станцию, и данные синтезируются в течение буквально, наверное, от пролета спутников, если непосредственно съемка была над этой территорией. Это речь о минутах. Время необходимо на обработку данных цифровую. Если спутник функционировал в режиме сброса, то есть, допустим, он снял территорию Австралии, а приемной станции там нет, и вот он летит до ближайшей приемной станции и потом сбрасывает данные в момент пролета над этой станцией, то тогда время получения снимка на станции, опять-таки, складывается из времени, которое затратил спутник на долететь, что называется, а также время на обработку информации. Проблема состоит в том, что довольно долгое время проходит от момента осознания того, что необходим спутник на территорию какую-то, заказ съемки на данную территорию, расчета, то есть понимания, какой спутник быстрее всего через эту территорию пролетит и ее снимет, приема обработки данных, а потом получение заказа оператора. То есть, если вам очень повезет, то вот в течение, до 4 часов этот процесс займет. Вообще он может доходить даже до нескольких суток. Спутник информацию... Хороший вопрос по поводу того, сколько информации может хранить спутник. Сейчас речь идет о гигантских количествах информации, причем большая часть, если я могу ошибиться в цифре, то ли 6, то ли 8% информации, снятой спутниками, используется. Остальная просто стирается, она становится ненужной. Сейчас поток информации огромный, речь идет о петабайтах информации, и они, в принципе, на спутниках не хранятся чаще всего. Чаще всего именно заказывается съемка на определенной территории, либо она идет в фоновом режиме на ряде спутников и отбирается по необходимости. Сейчас проблема не найти информацию, а скорее отобрать ее. И был вопрос еще по радиационному фону на Балтике. Еще раз, радиационный фон из космоса. Во всяком случае, я не физик, мне сложно сказать, но примеров оценки радиационного излучения с поверхности Земли при помощи космической съемки я не знаю. Более того, по моему опыту, я по образованию геоморфолог, но это близко к геологии, определение радиационного фона, допустим, на зонах, которые были подвержены воздействию радиации после аварии на Чернобыльской атомной станции, не всегда даже дозиметром при полевых исследованиях были заметны. Дело в том, что радиоизотопы хорошо поглощаются коллоидными основаниями и часто мигрируют на длинные расстояния, и оценка радиологического загрязнения территории будет неравномерна. То есть в водотоках и отложениях долин рек она всегда будет выше. И определяется это даже не радиометрией, непосредственным измерением, а отбором проб и оценкой количества изотопов. Может быть, конечно, какая-то технология существует, но я о ней не знаю. Во всяком случае, не слышала. Еще вопросы? Карин, я думаю, что мы ответим на оставшиеся вопросы после лекции, возможно, в чате. Вот. Всего спасибо большое всем. И мы с моей коллегой Вероникой тогда перехватываем микрофон и переходим ко второй части нашего сегодняшнего занятия. Я обещала вам интерактив, но сначала хочу сказать буквально пару слов, очень кратко, об истории дистанционного зондирования Земли в принципе. Первая съемка с высоты птичьего полета была сделана в 1858 году с воздушного шара. Французом, который запатентовал свою идею, однако, к сожалению, того фото не осталось. И технологии развивались таким образом, что уже, например, в начале 20 века вот такие замечательные голуби-фотографы или голуби-шпионы участвовали в съемке Земли с воздуха и поставляли вот такие интересные изображения, по краям которых вы можете наблюдать иногда даже краешки крыльев, перья этих самых фотографов.
Аэрофотосъемка времен Великой Отечественной войны и даже сделанная чуть раньше летчиками АСМИ Люфтваффе на многие города европейской части нашей страны и соседних государств, которая в данном случае выложена уже на карту интерактивно для удобства просмотра, чтобы можно было сравнивать съемки, например, 30-40-х годов и современные какие-то картографические данные. И вот, наконец, первый снимок Земли из космоса был сделан в 46-м году. 24 октября 46-го года камерой, размещенной на ракете Фау-2 с высоты 105 километров. И 72-й год, наверняка хорошо всем вам известная фотография, первая фотография полностью освещенной Земли, голубой шар, сделанная командой космического корабля «Аполлон-17». И то, о чем мы говорим с вами сегодня, это спутники дистанционного зондирования Земли, по сути, огромные фотоаппараты, которые летают в космосе. Правильно Карина Евгеньевна сказала, что они что-то огромные. Сейчас есть такие аппараты, которые снимают Землю с достаточно хорошим разрешением, при этом их размеры не очень большие, но такие аппараты могут достигать 5,5 метров в высоту. Такие спутники находятся на высоте в районе 500-700 километров от поверхности Земли, 700 километров примерно, это, например, расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, если ехать по трассе. Ну, допустим, еще для примера, высота орбиты МКС, Международной космической станции, составляет всего 408 километров. А какие-то спутники, например, китайские Фэньюни метеорологические, у нас расположены на высоте около 800 километров от поверхности Земли. Вот такое представление 3D дает достаточно нам много информации об орбите такого спутника. И вот справа типичная табличка, которая рассказывает об апогее данного аппарата, перигее и так далее. И периоде обращения, которая составляет чуть более 100 минут. Но если вы помните, то первый полет Гагарина тоже у нас 108 минут длился. Что же мы с вами с этих спутников дистанционного зондирования Земли видим? Ну, я уверена, что все присутствующие здесь, конечно же, много раз видели снимки, которые у нас есть в открытом доступе на Яндекс.Картах, на Google-картах и других открытых геопорталах. Здесь все понятно. Достаточно хорошее разрешение на городские густонаселенные территории, на которых мы можем видеть различные объекты инфраструктуры, дома, дороги, стадионы, бассейны, автомобили. Вот, например, как здесь, да, мы сравниваем с вами фрагмент снимка из космоса с фотографией на Земле. Какие-то особенности рельефа, разметку на дорогах. Ну вот еще, да, фрагмент, где видно бассейн очень хорошо. Автомобили. Сейчас съемка в основном вся у нас публикуется цветная, и мы можем даже с большой долей вероятности различать цвета, хотя не все. То есть я думаю, что какую-нибудь черную, темно-серую машину достаточно сложно определить, не используя специальных программ. Но это то, что детально. А то, что не детально, то, что, возможно, мы с вами видим не каждый день. Таких снимков вы, ну, скорее всего, не найдете и не будете использовать каждый день, если у вас нет специальных задач. Ну вот, кто мне может сказать в чате, написать, какой район мы здесь с вами наблюдаем вот на этом фрагменте снимка, сделанного 13 мая 2020 года? Напишите, пожалуйста, в чат. Я попрошу Веронику ваши вопросы озвучить. Да, уже есть предположение, что это Камчатка и Тихий океан, Гренландия. Совершенно верно. Человек, который это написал, хорошо знаком с географией нашей страны. Здорово. Да, мы видим здесь циклон над Беринговым морем и в верхней левой части снимка, да, совершенно верно, полуостров Камчатка. Это низкое пространственное разрешение и спутник Терра, который летает в паре со спутником Аква, и они поставляют вот такие вот замечательные низкодетальные снимки всей Земли дважды в сутки, что позволяет нам достаточно оперативно отслеживать все метеорологические процессы, все, что происходит в нашей атмосфере. Вот снимок, который можно было бы перепутать с тем, что мы видим в микроскопе с вами. Согласитесь, что микромир и макромир достаточно похожи. Здесь мы видим сеть мелких озер, ручьев. Это северный регион нашей страны, Ханты-Мансийский автономный округ.
А вот на этом кадре тоже изображен водный объект, однако, кроме того, что мы видим озеро, мы видим некий процесс, который там происходит. Кто скажет из здесь присутствующих, что мы наблюдаем? Пока тишина. О, пока тишина. Ну, обратите, пожалуйста, внимание на водную поверхность в верхней части снимка. Появились варианты Волга, течение, отлив. Угу. Ну, на самом деле, это акватория Псковского озера. И схождение льда. Снимок летний. Вот такая подсказка вам. То есть льда мы здесь точно с вами не наблюдаем. Обратите внимание на окрестности. У нас зеленые поля. Нагрев воды, заболачивание. Угу. Ну, цветение воды. Отлично, вот, совершенно верно. Здесь мы наблюдаем цветение воды. Такую картину можно достаточно редко увидеть. То есть если вы пролистаете снимки Ландсата, с которого, собственно, этот снимок и сделан, это снимки среднего пространственного разрешения, то подобного масштаба цветения, ну, достаточно редко можно наблюдать, однако можно найти такие снимки и отследить, как часто это, в принципе, бывает, просто пролистав подборку архивных данных. Хорошо, вот так это у нас выглядит с вами в реальности. Поехали дальше. Если уж мы говорим с вами об акваториях, возможно, вы скажете мне достаточно быстро, что это изображено здесь на снимке. Особенно участники проекта «Бельки», наверное, могут ответить быстро. Вынос материала не очень поняла, что имеет в виду. Байкал, лед, ледник, что-то связанное со льдом. Да, совершенно верно. Это акватория, покрытая льдом. Причем здесь мы сможем с вами разглядеть как многолетние толстые льдины, которые более светлые по цвету, так и тонкий лед или, возможно, даже некие участки воды без льда. Они темного цвета. Хорошо. Ну, а такой вопрос. Знакома ли вам такая картина, и что вы можете здесь наблюдать? Вполне допускаю, что те ребята, которые летали на самолетах, в общем, видели такое. Поля, цветы, поля и города, вырубки. Ну, здесь правы те, кто пишет про поля. Совершенно верно. Это сельскохозяйственные поля в разной стадии обработки, которые у нас находятся на юге нашей страны, в Краснодарском крае. Вот мы можем с фотографии посмотреть примерно этот же район. То здесь видны поля распаханные, поля засеянные, поля, на которых всходы уже есть, и какие-то объекты, например, разделительные, вот эти охранные полосы, да, которые у нас между полями специально высаживаются из деревьев или кустарников. Хорошо. Ну, а на этом снимке вот эти вот круглые такие формы. Маша, можно вопрос? Спрашивают, почему сиреневые и фиолетовые были поля? Да, замечательный вопрос. И многие думают, что это тюльпаны или лаванда цветет. Но на самом деле, если мы с вами вернемся к предыдущему снимку и посмотрим, то здесь цвета представлены не очень естественные. Скажем так, то, что видим мы с вами нашими глазами, и то, что снимает спутник с орбиты, это немножко разная картинка. Спутник снимает в разных каналах. И из этих каналов мы с вами можем составить картинку, которая, в принципе, будет любого цвета. Она может быть оранжево-синяя, зелено-фиолетовая, какая хотите. Разные комбинации каналов используются для разных задач. Например, в каких-то комбинациях каналов нам проще с вами разглядеть пожары и гари, в каких-то состояние растительности, в каких-то лед и так далее. То есть здесь на этом изображении просто использован один из каналов, инфракрасный, то есть тот, которого мы глазами не видим, он показывает температуру поверхности. И поэтому какие-то поля здесь просто у нас нагреты больше, какие-то меньше. Вот. Но в целом выглядит это все приближено к реальности, скажем так. То есть мы вас пожалели, никаких страшных синих и оранжевых картинок пока не показываем. Хорошо, давайте вернемся вот к этому снимку с кругами. На полях, возможно, тут уже есть какие-то догадки. Уже есть версии, что это песчаные карьеры, круглые поля, искусственные водоемы и то, что орошение земель может быть круглым. Да, совершенно верно. Я думаю, что это самый точный ответ. Так действительно из космоса выглядят круглые поля с круговой растительной системой. И на таких полях в Краснодарском крае, например, у нас выращивается всем известный горошек
Бондюэль. Думаю, что все его здесь знают. Это ни разу не реклама. Так вот, давайте теперь про более какие-то объекты мелкие с вами поговорим. Длина коровы, как известно, от носа до хвоста составляет около 2,5 метра. И таких животных на снимках с высоким разрешением мы с вами можем разглядеть при некоторых стечениях обстоятельств, вот как, например, справа. Мы видим целое стадо, которое идет на водопой к водоему, и идет оно по полю, распаханному, ровному, гладкому, отбрасывает тень эти животные, и, в общем-то, мы с вами можем их достаточно четко видеть и даже посчитать поголовье этого стада. Ну, а про то, как выглядят люди из космоса, Карина нам уже рассказывала сегодня в первой части лекции. Я лишь хочу привести здесь два примера. Ну, например, мы с вами можем отследить, как люди в футбол играют с помощью космических аппаратов. Вот, например, справа у нас снимок израильского аппарата РСБ с разрешением 70 сантиметров в одном пикселе. И там на футбольном поле видна и разметка, и даже одна тренирующаяся команда. Ну, я думаю, что сейчас, может быть, не всем удобно пересчитывать, но их там действительно 11 человек. А так выглядит флешмоб космический. Вот, например, если рассмотрите в центре снимка надпись «Самара Космос 50», она составлена вот из студентов Самарского университета и преподавателей. Но, правда, здесь на снимке это была репетиция флешмоба, потому что когда сам флешмоб по плану состоялся, прямо над этой площадью зависло облачко. И, к сожалению, картинки хорошей не получилось. Вот. Поэтому хорошо, что была репетиция, и репетицию тоже снимали. И поэтому мы с вами этот снимок можем вот таким образом разглядеть. Теперь такой вопрос. Говорили про людей. Давайте теперь опять немножко изменим масштаб. Посмотрите, пожалуйста, внимательно и расскажите мне, что вы видите на данном снимке. Так, карьеры, кратер. Очень быстро пишут, не стоит читать. Добыча угля, гора, карьер, свалка, добыча известняка, горы, терриконы. Я не знаю, что такое террикон. Угу. Ну, то есть мнения уже разделились, да? Горный есть... рельеф, да. Гора и дорога Сепантин. Ага, то есть кто-то видит здесь гору, интересно, да? То есть на 2D изображении мы с вами видим гору, либо карьер. Ну так вот, в данном случае правы те, кто считает, что это карьер. Совершенно верно, это карьер, и дорога, которая серпантином кажется, это дорога, которая уходит вглубь этого карьера. На дне карьера вы можете рассмотреть несколько водоемов небольших, у них есть такой светло-голубой цвет. Ну, а вот эти вот маленькие точки на дороге, которые вы, может быть, видите, это не что иное, как белазы. И выглядит это все вот примерно так, если мы с вами посмотрим на фотографию. Это карьер Железногорский, Красноярский край. Добывают там железную руду. Таким вот образом. Хорошо, давайте пойдем дальше. Задачка посложнее, но, возможно, кто-то с ней справится. Как вы думаете, что изображено в левой части снимка? Если стройка мы... пишут. Ага, стройка. Похоже на стройку, верно, но не совсем это стройка. Скотоводческая ферма. Тоже нет. Свалка, полигон ТБО. Вот это совершенно верный ответ. Действительно, так из космоса выглядит свалка. Здесь мы действительно видим строительство, процесс строительства неких сооружений хозяйственного назначения вот в нижней части, скажем так, вот этого песчаного пятна. Да? Вот. А в верхней части можно даже увидеть, собственно, гору мусора, которую присыпают землей, песком, то есть так называемая обваловка происходит. И такие вот свалки, такие пятна можно видеть практически рядом с каждым более-менее крупным населенным пунктом. Они видны достаточно хорошо на всех доступных нам открытых источниках. Яндекс, Google. И мы с вами об этом обязательно поговорим на нашем следующем занятии, когда будем с вами обсуждать доступные нам инструменты по работе с данными и, собственно, источники самих данных. Хорошо. Да. Ну, тогда такой вопрос. Я думаю, что здесь уже коллектив достаточно опытный, судя по ответам, подобрался, поэтому, наверное, вы ответите достаточно быстро.
Рубка леса сразу появился вариант. Да, правильный вариант. Вот такая вот как будто бы шахматная доска. Не что иное, как лесные рубки, делянки. Мы видим просеки, видим, можем даже с вами посчитать, насколько, во-первых, сколько здесь вырублено леса, какие рубки свежие, какие не очень. То есть чем ярче рубка, тем она более свежая, то есть менее заросшая какой-то другой растительностью. Вот. И можем посмотреть, насколько здесь нарушаются правила рубки леса. То есть если мы обратимся к этим правилам, мы узнаем, что у нас обязательно должна быть такая вот шахматная рубка, чтобы лес быстрее восстанавливался в тех местах, где его вырубили. Вот. И такие вот сплошные пятна, как, например, в центре снимка, это, в общем-то, не совсем правильное ведение подобного рода деятельности хозяйственной. Хорошо. Часто бывает, что происходят пожары как раз-таки в местах рубок, и я думаю, что все помнят прошлогодние летние пожары в нашей стране, в Сибири. Вот здесь вот Красноярский край, район Вонавары, и со спутника Terra Aqua, о котором мы уже сегодня говорили, даже с низкого разрешения пространственного, мы очень хорошо с вами могли видеть шлейфы дыма от пожаров, которые возникли именно в местах массовых лесных рубок в этом регионе. Вот таким вот образом у нас выглядит с вами галь. Черная галь в центре снимка, она совсем свежая. Если присмотритесь, то на границе этой гари вы увидите даже огонь и вот голубые шлейфы дыма. А в нижней части кадра, ближе к правому нижнему углу, там видно похожее пятно, однако оно не такое черное, и это говорит нам о том, что эта гарь уже, в общем, не совсем свежая. Возможно, она произошла чуть раньше в этом сезоне, а может быть, даже и прошлогодняя. Об этом мы тоже с вами обязательно поговорим, поскольку это достаточно важная экологическая тема, серьезный вопрос, который хорошо решается при помощи данных дистанционного зондирования Земли. Ну, давайте вот тогда такой вопрос еще вам задам и перейдем к другой теме. Возможно, кто-то из вас сможет описать происходящее на этом снимке. Давайте так, какое время года и что происходит? Я вижу, пошли ответы. Да, все сразу пишут, что это зима. Отлично. Правильно, да, это зима, потому что иногда бывает, что сразу народ этого не видит, но здесь видны поля, покрытые снегом, поэтому зима. И появилась версия, что здесь пожар. Угу. Вот, я вас запутала, но на самом деле нет, это не пожар. Появилась версия, что это выбросы газа от заводов. Угу. Гораздо ближе, теплее. Дым от ТЭЦ. Вот. Я ждала этого ответа. Так и есть. У нас зимой температуры низкие. Снимок был сделан в декабре. Температура тогда стояла минус 30, а на снимке Москва и область, западная часть, направление ветра. И, собственно, распространение пара клубов от теплоэлектростанций. Хорошо. Ну что ж, замечательно. Давайте тогда еще буквально пару слов о ночной спутнике. Так. Включился звук. Ага. Да, здесь мы с вами видим в левой части экрана сейчас карта интерактивная западной части, европейской части нашей страны. И справа у нас фрагмент ночной спутниковой съемки. Это мозаика сайта nightearth.com. Там внизу у меня написан источник. Если вам интересно, можете пойти посмотреть, как это выглядит в реальности, покрутить шарик, насладиться видами ночной Земли. Так вот, видно, что самые крупные две звездочки — это Москва, соответственно, и Санкт-Петербург. И хорошо видны трассы, освещенные вот между ними, сеть дорог автомобильных. Хорошо, кто напишет мне, что здесь у нас в красном кружочке обведено? Нил. Нил. Порт пожары. Долина Нила. Долина Нила светится в ночи. По сравнению со всей остальной территорией африканского континента, она действительно очень сильно выделяется. Хорошо. А здесь... Какой комментарий могли бы дать?
КНДР – леса. Угу. Так, леса. Гималайи, Корея. Ну, вот, собственно, в красном контуре у нас это территория государства Северная Корея. И вы можете посмотреть, насколько сильно отличается степень освещенности территории этой страны и соседней Южной Кореи. Фестивальные огни, территория полностью залитая светом чуть южнее, да? Вот это как раз-таки хороший пример совершенно разных экономических моделей, которые существуют рядом. Хорошо. Ну, я думаю, что мы будем с вами заканчивать. Я хотела бы завершить сегодняшнюю нашу группу буквально экскурсом в историю. То есть я бы хотела показать возможность сравнения архивных данных съемки. В данном случае здесь у нас представлена фотография аэрофото 1939 года. Это центр Ленинграда, ныне Петербурга. И справа это 66-й год. Уже, собственно, вот вы можете посмотреть повнимательнее, если видно вам на ваших экранах такую детальность. Как изменилась эта территория, что здесь произошло? И вот даже для вашего удобства я могу обвести в кружочки разноцветные те места, на которые стоит обратить внимание. Возможно, вы напишите мне в чат, что же здесь в этих кружочках интересного для нас происходит. Что за процессы или явления? После блокады перестраивали. Угу. Ну, Троицкие литейные мосты действительно перестраивали. Единственное, что это, конечно, произошло уже в 60-е годы, в середине 60-х годов. А вот в желтом кружочке. Что там? Кто знает? Желтый, пока предыдущая версия поломки. А был ответ, был правильный ответ в чате уже. Карина просто раскрывает. Правильный ответ был в чате. Все карты. Но он же не один был правильный. Все ответы: поломка и постройка мостов, дом Аврора, я не поняла, это опечатка или что, но Аврора, понятно, мост достроили, пришвартованная Аврора, мосты разводят теперь, порт, корабль, крейсер Аврора. А корабль увидели, да, тоже верно. Здорово. Ну, действительно, посмотрите, вот в желтом квадратике здесь на снимке действительно крейсер Аврора, он появился и на снимке 39-го года. Вот. А Троицкий, ранний Кировский мост действительно перестраивали, причем ни на один день во время реконструкции движение по нему не прекращалось. То есть ездили не только автомобили, автобусы, но и трамваи. Вот. На фотографии слева внизу как раз виден этот исторический момент космической съемки. Ну что ж, хорошо, я думаю, что мы пока что с вами на этом прервемся. Я вывожу на экран еще раз наши контакты, но напоминаю, что они есть в нашем чате. Вот, а теперь я бы хотела попросить вас, мы вот сейчас остановим с вами демонстрацию экрана. И для того, чтобы завершить нашу встречу, я попрошу всех включить свои камеры. Давайте включим камеры и посмотрим друг на друга. Улыбаемся друг другу, помашем. Маша, можно на вопросы еще ответить? Я должна два вопроса людям, которые там задавали, я не успела. Конечно, пока ребята включают камеры, давайте. Давайте тогда, значит, два было вопроса. Первое, по поводу того, когда все-таки будет виден радиационный фон на космических снимках. Ну, объективно, еще раз говорю, он не виден. Таких технологий не существует. Будет ли виден он по смене растительных сукцессий? Сложный вопрос, зависит от степени радиационного фона. И если и будет, то явно не в ближайшие годы. Смена сукцессии обычно занимает не менее 5 лет. Это раз. Второй вопрос был про частоты. Частоты X-диапазона – это частоты приемных станций, о которых мы говорим, в том числе оптической съемки, высокодетальной съемки, это около 8 ГГц. Для тех, кто прямо очень хочет разобраться в частотах, на которых работают спутники, на которых работают приемные станции, я могу чуть-чуть ошибиться в названии, но фамилии авторов точные и смысл точный. Авторы Владимир Евгеньевич Гершензон и Алексей Анатольевич Кучейко, а статья называлась, или работа, я даже не помню, статья, по-моему, называлась «Стандартизация оборудования станций
то ли наземных приема данных, то ли просто приема данных ДЗЗ. Вот что-то такое было. Вот там совершенно точно все эти частоты были расписаны в одной большой таблице. Можно для особо любопытствующих посмотреть. Вот. И Вероника, это половинка вопросов, терриконы, для тех, кто тоже не знает, это отвалы пустой породы при добыче полезных ископаемых. Здорово. Спасибо большое, Карина. Были какие-то еще вопросы, на которые мы не ответили? Вадим, не расстраивайтесь, нет камеры на компьютере, но мы видим, что вы с нами, вы нам пишете. И спасибо большое всем, кто подключился. Вадим, очень рада. У меня тоже нет камеры на компьютере, я прошу прощения, но с этим тоже не стыдно. Да, вы можете нас видеть, вот какие все симпатичные. Я очень рада, что вы с нами, мне кажется, будет здорово. Данил, мы вас тоже видим, не переживайте, все хорошо, здорово-здорово. Привет, привет. О, здорово. Ну что, я тогда думаю, что если у вас остались какие-то вопросы по этому материалу, пожалуйста, пишите в чат, будем отвечать по мере возможностей. Ну, а тогда дальше работаем по плану, по программе, я думаю, она у всех есть. Возможно, организаторы хотят пару слов сказать. Нет? И спасибо большое всем. Ладно, нет, организаторам пока нечего говорить, честно говоря. Ну, отлично. Ну, тогда большое спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Спасибо, Анита. Спасибо, ребята. Все, пока-пока. Счастливо. До встречи. Большое спасибо. До свидания всем.